поднялись высоко в горы. Здесь идет снег, поэтому пришлось накинуть капюшон. Сейчас отправляемся в церковь. Вот перед нами храм Мцеского Чвари, Святого Креста. Святая Нино, это была, вот это вот была здесь, что мы видим, это была языческая земля. И святая Нино установила здесь крест, давая тем самым понять, что Грузия является христианской страной. И вот мы сейчас направляемся в этот храм. А вот здесь, внизу, в тумане, виден город Мцхета. Сказали, что это очень красивый город. Можно только представить, какой бы сейчас открывался вид, если погода была бы солнечная. А у нас сейчас туман, идет снег. Вот этот крест похож на тот, который установила Нино. Он был сплетен из ветвей виноградной лозы, а скреплен ее собственными волосами. Вот там на горе находится монастырь, в котором мы только что побывали. Видите, как он высоко в горах. А сейчас мы в городе Мцхета. Идет дождь, и, честно говоря, очень холодно. Нам сказали держаться вместе, а я уже отстаю. Кстати, действительно, действительно очень красивый город. Вот сейчас то, что я вижу, мне очень нравится. И для грузин, вот земля, на которой мы сейчас находимся, это самое святое место в Грузии. Перед храмом вывешены правила, которые указывают, как нужно быть одетым, входя в этот храм. Мариша, где ты? Я сейчас буду одеваться подобающим образом. Сейчас я буду одета соответствующим образом для входа в храм. Ну, как идти? Супер. Теперь можно идти. Здесь достаточно светло в этом храме, удобно снимать. Мухрани. Шато Мухрани. Мы приехали на винодельню. Разрубили.
О, неелыхно. Здесь такой запах вина сильный. Это охраняет? Какой хороший запах. Юрий говорит, что это запах чачи. Мы спускаемся в погреб. Как тепло. Я была уверена, что в погребе будет холодно. 17 градусов, да? Цветут розы и идет снег. Сейчас покажу это красивое-красивое поместье, в котором мы сейчас находились и дегустировали вино.